Сегодня состоялась очередная сессия областного маслихата. На нем было рассмотрено 12 вопросов. Первым из них был отчет акима Жамбылской области о выполнении возложенных на него функций и задачах. Также ряд депутатов высказали свои предложения. На сессии маслихата глава региона отметил, что в результате эффективной реализации поручений главы государства формируется положительная динамика. Социально-экономических показателей Жамбылской области валовый региональный продукт области составил 549 миллиардов тенге. Индекс физического объема 101,4%. Ербол Карашукиев отметил, что в дальнейшем будет разрабатывать масштабные проекты с Китаем с целью увеличения экономического роста. Также в ближайшее время решения о выборах руководителя в сферах образования и здравоохранения будут проходить через открытый конкурс. Кандидат будет назначаться в зависимости от его квалификации. Если в будущем при приеме на работу директоров или главных врачей будут появляться лишние разговоры о противозаконных действиях, то я лично буду разбираться в этом. Это будет возложено на мою ответственность. Поэтому, уважаемые депутаты, давайте начнем сегодняшнее собрание. Ну а дальше внесем и другие изменения. Ряд депутатов довели до сведения властей вопросы, которые ждут своего решения в районах. Далее за окладом выступил Ерлан Жунусбай. Об эффективном расходовании средств, направленных на сферу культуры, качестве обслуживания населения и материально-техническом оснащении государственных организаций культуры. Количество учреждений культуры и архива по области составляет 511, из них 27 принадлежит управлению. Остальные 485 подчинены районным акиматам. С годами увеличивается и объем финансирования. Так, для сферы культуры в текущем году было предусмотрено 12,3 миллиарда тенге. Всего на совещании было рассмотрено 12 вопросов. С докладами по нему выступил ряд руководителей. Также со стороны депутатов к докладчикам был направлен ряд вопросов. Данасамат Азамат Бескенов, 77 Ньюс.